Привет-привет, мои прекрасные друзья. Я тут упаковываю свои дары для моего маленького болгарского городка Святой Влас. Я решила там открыть библиотеку, подарить все книги, которые у меня есть. Пусть люди пользуются. Все-таки кое-что интересное у нас тут есть. Для того, чтобы вас порадовать, заинтересовать. Ну вот, видите, упакую. Всего доброго, мои дорогие друзья. Скоро приеду в Европу. Пока-пока. Удачи всем во всем.